Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный чили-соус сладкий. Очень люблю этот рецепт. Начнем. Здесь у меня 4 штучки перца чили, чеснок. Немножко добавим водички, чтобы все это хорошо перемешалось. Соль. И сахар. Яблочный уксус. И все это взбиваем. Переливаем наш соус в кастрюльку. И провариваем буквально 2-3 минутки. Крахмал разводим в воде и добавляем наш соус. Подробный рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. И варим еще пару минут. Во время уваривания я снимаю вот эту пенку. Вот уже варится 2 минутки. Посмотрите, как поменялся наш соус. Просто он великолепный. Этот запах перца чили и чеснока очень мне нравится. Еще немножко уварим. Видите, крахмал уже стал работать. Какой красивый уже соус. Еще подождем немножко. Наш соус готов. Посмотрите, какая это красота. Сейчас мы с вами перельем в баночку и охладим. Курицы к мясу, к овощам. Он просто невероятный. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие простые рецепты. Переливаем наш соус в баночку. О, дым пошел. И соус наш готов. Только большую банку я в этот раз взяла. Вот такая красота у нас получается. Очень ароматный и вкусный соус. Всем пока и до новых встреч!